как начали свою работу елочные базары. Всего в городском округе в этом году будут функционировать 15 торговых точек. Все они оформлены в едином стиле проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье». Большинство елок привезли из пермского питомника, но есть и импортные деревья, они родом из Дании. Очень радостно, что в этом году намного раньше определенного времени елочные базары открылись, что даст возможность нашим жителям подготовиться к Новому году, нарядить эти елки с детишками. Кто-то выставит их у себя во дворах, кто-то дома. И я уверен, что подбой курантов наши жители справят очень хорошо Новый год. Цены разнятся. Если нашу елку можно взять за 1400 рублей, то за импортную придется заплатить около 5000. Опытные специалисты помогут определиться с выбором и расскажут, как сделать так, чтобы дерево простояло дольше. Желательно обновить спил, когда будете ставить, и все-таки поставить на воду, потому что многие ставят подставку и даже не знают, что нужно налить туда воды. Вот, в принципе, здесь уход. Ну, не ставить, соответственно, рядом с батареей, чтобы подольше дерево простояло, чтобы не было сильно жарко. При благоприятных условиях елка может простоять от 3 до 4 недель. Приобрести главное новогоднее дерево можно будет вплоть до 31 декабря. Напомним, что при поддержке главы Химок и депутатов в городе проводятся самые разные мероприятия. Артисты выступают с праздничными концертами, во дворах устраивают и наряжают новогодние елки. А недавно состоялся традиционный парад Дедов Морозов.